Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, забежим в магазин, посмотрим, что у нас тут есть. Пока ничего, зато мы можем с вами купить опыт. Но он стоит довольно дорого. Так, что у нас по ежедневному испытанию? Можно глянуть. Летающий грифон, чумная мышь. Так, а кого мне дадут на выбор? О, ребята, это без вариантов. Против всех летающих юнитов мне дают всего лишь одного лучника. Конечно же, это не вариант. И я даже не буду заморачиваться, не буду тратить энергию. Бесполезный это вариант. Так, давай посмотрим, что у нас на арене. Какого нам дадут противника? Если выше 90 уровня, я даже... Так, 89-й. Слушай, ну, в принципе, ребята, можно один боечек попробовать сыграть. Единственное, что нужно определиться, я могу попробовать своей вот этой имбовой колодой поиграть. Ну, знаете, что самое интересное? Что мне дадут, наверное, какое-нибудь 7-8 место. Я, опять же, наверное, не буду, ребята, заморачиваться с этим. Поехали, лучше мы с вами в бой. Нас осталось всего лишь 2 карты пройти, и мы с вами занырнем в следующий телепорт. Так что поехали. Воу, тут уже 90 уровень. Так, жаба с молотом плюс пришелец. Слушай, ну здесь не особо такая мощная команда. Я думаю, и даже мы можем... Секунду, здесь гадкий пришелец. Давай, наверное, вот этой командой поиграем. На худой конец у нас, если что, будет, ребята, солдатик. Ну, я имею в виду именно рыцарь, как подставной. Именно для пришельцев. Так, он, ребята, стопудово будет сейчас вызывать жабу с молотом. Почему-то мне кажется, именно так он сделает. Да. И смотрите, я вызываю, сейчас полетит пришелец. По идее должен... Да-да-да-да-да-да-да. Вот она, ребята, та самая нелепая стратегия, на которую я уже, грубо говоря, не куплюсь. Но это еще, ребят, не все. Он сейчас опять будет отправлять. Нет. А вот это что-то новенькое для меня, ребята. Вот я вам серьезно говорю. Ну-ка. Журавлик, журавлик, бомби. Я не понял, он кого-то похитил или нет? По-моему, он не успел даже ничего сделать. Он полетел просто ошарашенный. Шикарненько здесь у нас. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не успевает гадкий пришелец никого у нас здесь, ребят, схватить, потому что мы его уничтожаем нашими БФГшками. И также у нас всадник на журавле очень нам хорошо помогает здесь. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Опс. И не тут-то, как говорится, и было. Ну что же, тут уже исход боя очевиден. Мы с вами сейчас забомбим базу. Как говорится, к бабуле не ходи. Ну давай, все. Первая победа за нами. А мы получаем денежку, получаем 500 опыта и переходим на вторую стадию. Здесь прибавляется воблер. И все это дело заправлено 88, 89 и 90 уровнем. Соответственно, я, наверное, ребята, оставлю вот эту команду. Мне она очень понравилась, она как раз тут довольно хорошо заходит. Главное, чтобы не оплошать, ребята. Воблер, да, он такой еще, знаете, мерзкий чувачок. Он бросает свои вот эти вот лезвия, бритвы, я не знаю, которые наносят... Ну, колоссальный урон, на самом деле, они наносят. Особенно, когда все стоят в кучке, именно мои солдатики. То есть он пробивает практически всех. Так, ну что, давай сделаем вот так вот мечника, вызовем на всякий случай. И паладина. И смотрите, ребята, уже вышел воблер. Надо нам вот так вот с вами попробовать сделать. Вдруг у нас получится. Да, он... он, ребята, против меня его не успел. Слава богу, он не успел, и мы вернули, наверное, своего мечника на место. Есть неплохой вариант у нас призвать, знаете кого? Конечно же, друидку, ребят. Конечно же, друидку. Но, БФГ, БФГ, ну куда ж ты лезла-то, елки ты палки. Ты подставилась просто под воблера. Зачем? Непонятно мне это пока. Давай-ка вот так сделаем. Так, мы испугали, что ли, пришельца? Да, испугали, он побежал вспять. Оп, похитил все-таки, а? Он похитил у меня, ребят, БФГ. Только что, этот мерзкий пришелец. Друидка, молодец, она стоит, ребята, сзади, она не выделывается. Этот похищает у нас тотемы. В принципе, лучше пускай похищает тотемы, чем наших юнитов, согласитесь. Так, давай-ка сделаем ульту. И вот, ребят, мы уже с вами подошли к замку. Естественно, тут можно уже ускориться, потому что, ну, я думаю, что здесь победа уже однозначно будет за нами. Ну, давай, 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 бомбим, бомбим.
Так, тихо, карточка. Хотя, ребят, мне эта карточка ни к чему. У нас с вами жаба с молотом прокачана на все 5 звезд. Но почему-то в отряд я ее к себе не беру. Странно, да? Но ничего странного, потому что, ну, на самом деле он медленный юнит. Он очень медленно атакует. Он бьет молотом, пока свой молот из земли достанет. По нему уже 2-3 удара придется. Так, а здесь у нас открывается слизень, морпех. Ладно, хорошо, слизень, морпех. Если мы с вами успеем вызвать, конечно же, нашу друидочку, то все будет у нас тип-топчик, поверьте мне. И мы попробуем. Так, у нас 400 маны. Буквально еще маны немножечко и... Так, 500 я накопил. Вызываем мечника, потому что сейчас, наверное... Нет, я думал, что он вызовет пришельца, ребята. Вот, серьезно вам говорю. Но он его не стал вызывать. И вот он его вызывает, как крас... Вот гад, а! Ну-ка, иди отсюда. Молодец. БФГ, ребята, справилась с ним. Причем довольно великолепно. Так, всадник на журавле нам здесь поможет. Давай, пробиваем. Так, отлично. Все, ребят, я выжидаю, конечно же, нашу друидку. Вот она вышла. Этот тырит тотем и улетает во свояси. А мы с вами со спокойной душой продвигаемся вперед. Да, у нас с вами юниты будут и хиляться, и суператака у них будет. Вот единственное, чего не хватает здесь, так это, ребята, суперскорости. Вот скорости здесь не хватает. То есть, как бы она делала бы ускорение, вообще бы цены бы ей не было, ребят, серьезно вам говорю. Ну, я скажу вам одно, что и так довольно неплохо мы идем. Смотрите, просто всех налево и направо, плюс отхил. Ой, ай-яй-яй, по красоте, ребята. По красоте, БФГ-хи просто одна за другой бомбит. Ну, естественно, замку хана, конечно же. Тут без каких-то вопросов. Смотрите, 6300 денег, 500 опыта, и мы переходим с вами на предпоследний этапчик. Здесь улитка. Ага, здесь у нас открывается, ребята, улитка. Это не есть гуд. Хм. Улитка, она очень быстрая. Неужели... Давай, ребят, придется этим отрядом опять же идти, потому что черный мечник, черный рыцарь, он будет выходить, ну, естественно, перехватывать эту улитку мерзкопакостную. А он будет ее выпускать, да ведь? Нет? Вот, выпустил. Я уже думал, что-то не так пошло. Нет, все нормально, все идет у нас должным образом, как и обещалось. Так, и где? Я же знаю, что ты будешь сейчас вызывать своего пришельца. Почему-то не стал, ребят. Не знаю, в чем проблема опять у него. Ага, вот он летит, голубчик. Я, наверное, успею к этому времени как раз призвать свою друидку. Вот она, друидушка. Вот у нас... Тихо, улитка, ты здесь... Не в тему, если честно. Так, а почему мы без тотемов? Без тотемов, а? Друидка, где тотемы? Я тотемы не вижу. Ты обычно должна вызывать их в первую очередь. Вот это уже другой разговор. Вот это уже хорошо. Как... Че? Тотемы он ворует, а? Ладно, пускай ворует. Улитка бежит. Так, ладно, расколбашиваем. Во! Мега-лазер был от БФГ. Давай вот так вот их притянем всех. Но он все-таки хочет у меня, ребята, стырить мечника. Но у него ничего не получается. Я имею в виду про лунатика про этого, который летает. Ну-ка. Посмотрим, что сейчас произойдет. Опять ничего у него не вышло. А у нас выходит, что заморозка. Дальше мы пробиваем их всех. Ой-ой-ой-ой. Рыцаря убили мне. Ладно, ничего страшного. Мы уже возле замка. Я сейчас применять буду ульту. И уже, в принципе, ребята, будем разносить замок. Дай-ка мне приворот. Даже без всяких тут приворотов справимся. Посмотри, просто офигенный дамаг, ребята, наносим. По 2000, ох ты. Даже карточка на базу выпала нам. Хе. Замечательно. Ну что же, и переходим к последней фазе. Здесь у нас лорд пустоты. Собственно, ребят, персоны. Лорд пустоты. Значит, что нам тогда надо сделать? Я, наверное, все-таки опять же этим, ребята, отрядом попробую сыграть. Друидка против лорда пустоты. Слушай, ну не знаю. Последний раз у нас все довольно неплохо получалось. Именно с друидкой мы с вами расколбашивали, помните, да?
в прошлой серии друидка просто была на высоте. Вот, мы с вами накопили 500 маны. Ой-ой-ой, совсем забыл, ребят, совсем забыл. Ну, успеет, успеет. Нет, не успеет. Не успеет. Трусоте. Хотя, что я переживаю? У нас же, ребят, друидка есть. Она же хиляет. Да-да-да-да-да. Я что-то раньше времени запаниковал. Сейчас все у нас будет тип-топчик. Друидка, выставляешь эти тотемы, пожалуйста. Иди отсюда, улитыща. Так. Вот, ребята, видите, база наша вылечилась полностью, абсолютно. Шикарно, согласитесь, да? Вот ее на вот эту вот способность просто имбовая. Так, он там вызвал? Он вызвал, ребята, своего лорда пустоты. Уже. Сейчас будет, наверное, игруха лагать. Ужас. Два босса столкнутся. Плюс еще, ребят, здесь у нас... О, ураганчик. Ну-ка. И пробиваем лорда пустоты, ребята. Пробиваем, пробиваем его. Все. Спекся, братюня. Ну, а мы с вами продвигаемся сюда, к базе. Ой, все, ребята. Вообще, имбово. Нанесли урон по базе. Ерунда, у нас есть друидка, которая все вылечит. Все отхилит. Так, давай дальше. Вот, я обожаю, когда она тотемы выставляет вперед. Они тут тотемы есть и отталкивают врага. Что-то там еще делают. Три вида. Красный, желтый и зеленый. Так, 42 секунды. Нам бы, ребятушки, поторопиться, если честно. Потому что времени мало, база еще целая. Так, там у меня вторая друидка вышла. Ну, ребятули, давайте, давайте. Есть! Ух ты, вторая карточка у нас на базу выпала. Ну, согласитесь, это было классно, просто классно. Разбомбили лорда пустоты, даже не поморщились. Так, сундук захватчика, и что нам отсюда выпадет? Угу, жаба с пушкой, бородавочник и 10 600 монет. Ну что же, мы с вами переходим на Нефритовую долину. Давайте посмотрим, кто здесь у нас будет. Вот, вот это вот самый противный отряд. Если здесь начинается с терракоши, значит все, это будет свистец. Нам придется здесь, ребят, попотеть с вами. Ну, а я думаю, что начнем мы вот с этого отряда. Значит, там самурай, да, и терракотовый воин. А у меня против них, естественно, будет голем. Так, тихонько, тихонько. Успеем, ребята, вызвать, нет? Как думаете? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Успел. Так, ну и, конечно же, теперь нам надо вызывать чумную мышь. Пускай она дамажит. Ага, хорошо. В кислоту, ребята, и всех в кислоту. А вот и терракотовый воин. Так, сила голода, квест завершен какой-то у нас, ребят. Так, фаербол. И, естественно, вызываем баллисту. Но-но-но-но-но, не буяним, не шуткуем. Заплевываем их всех. Ага, как всегда в истерику, ребята, впадает. Слушай, а что так? Что-то их тут как-то слишком много, мне кажется, да? Ну-ка давай, будем пробивать их. У нас просто обидно, что время, ребята, уходит довольно быстро, а мы тут даже с точки с мертвыми не сдвинули с вами. Давай так, оп, и мимо. Фаербол просто-напросто в никуда улетел. Он врезался об каменную глыбу терракотового воина и, соответственно, не нанесли ему никакого урона. Все, сдвинулись, кажется, маленечко. Давай вызовем еще одного джаггернаута. На все про все у нас, ребята, минута. Понимаешь, да? Так, если мы сюда немножко сдвинемся, баллисты, по крайней мере, будут доставать уже до замка. И, соответственно, будем наносить урон. Ну-ка. Вот, вот уже лучше, ребят. Уже бомбим по замку. То есть нам времени уже за глаза. В любом случае простреляем, как ни крути. Давай, давай, ускоряемся. Не будем тут долго тянуть. Вы сами прекрасно все видите, что происходит. Ну, есть. А вот и сложился карточный домик у врага. Ну, а мы с вами продолжаем. И кто здесь у нас будет во второй стадии? Во второй стадии добавляется всадник на журавле. Ребята, и все это 90 уровня. Пипец. Просто свистец какой-то. 90 уровень. Я сам 84-го дерусь с такими мобами. Ух, ладно.
Мне не привыкать, ребята, с ними бороться. Ну что, опять самурай выйдет. И наверняка в придачу он пойдет с этой, как ее. Ну, естественно, естественно. С всадником на журавле. Ну, кто бы сомневался, а, ребят? Ну, кто бы сомневался? Давай, давай, баллиста. Ты мне нужен здесь очень сильно. Давай, давай, расстреливай. Родной, расстреливай, говорю. Прикрываемся големом. И фаербол. Есть. Вот так вот. Как говорится, меньше народу, больше кислороду. Достали они уже в корень. Так, иди отсюда. Прет он тут на меня еще. Так, баллиста. Давай. Огневую, как говорится, поддержку моим юнитам. Ребят, я второго вызвал балетмейстера, да? Чтобы он нам здесь помогал. Ну, уже лучше. Так, погоди-ка, погоди-ка, лучше. Давай, давай. О. Фаербол полетел. Делаем приворот. Вот, отлично, ребята. Он встал как раз в нужное время в свою каменную стойку. Так, я могу, в принципе, призвать деда. Надо призвать его, а, ребята, или не надо? Фиксим, давай баллисту лучше вызовем. Мне кажется, от баллисты здесь больше толку будет. Вот смотри, чумные мыши, баллисты бомбят. А он стоит и хоть бы что. И у нас, ребята, времени очень мало, минута всего лишь. Так, ураганчик плюс фаербол. Плюс дедушка. Мы разнесли все там, какие дряни фени. У него даже шансов не было. Третья миссия. И здесь вот. Вот явился, не запылился, ребята, Вуджен. Начало, как началось, как говорится. Ну что же, давай попробуем тогда нашей имбовой командой сыграть. Нам здесь нужно дамажить. Причем очень много и очень сильно. Здесь, скорее всего, надо было брать нам прыгуна. Наверное, так. Ладно, попробуем. Посмотрим, что у нас из этого получится. Так, давай-давай, пробиваем. Отлично. Ну, естественно, в истерику Ронина вызовем. Оп. Ронин, Ронин, Ронин. Так. Вот это не вариант, ребята. Сейчас Вуджен начнет пулякать. Ну-ка. Фигня. Фигня полнейшая. Не сможем мы, ребят, здесь ничего сделать. Отряд имбовый, но вот именно против Вудженов здесь это бесполезняк. Да. Как бы грустно это не выглядело, но это на самом деле так будет. Мы здесь бесполезны. Ну вот нам сейчас только что просто повезло, ребята. За счет Вуджена, ой, за счет молотильщика. То, что у него сработала ульта. И, соответственно, вот. Видите, что было? Ну-ка попробуем. Ну он сразу же, ребята, в каменную глыбу превращает. Сразу же. Офигеть, у него там шанс должен быть, наверное, процентов 20. А он практически постоянно перевоплощается. Утырок, а? Ну давай, молотильщик. Выпусти свою эту. Есть. Ну так мы, конечно, тоже далеко с вами не уйдем, но согласитесь. Вся надежда на молотильщика, ну это бред. О, ускорение. Зато смотрите, сколько мы карточек с вами на терракотового воина получили. А, как ты меня раздражаешь, не могу. В общем, ребята, прыгуна надо брать. Мы возвращаемся с вами к истокам, к прыгуну. Ну, бесполезно. Тут бесполезняк. Даже если я здесь вызову ведьму, все равно она нам тут не поможет, ребят. Ее тут буду сейчас бомбить. Этот еще в свою глыбу превращается. Раздражает, серьезно говорю. Просто раздражает. Но, ведьма, ну давай хоть что-нибудь. Давайте, может быть, попробуем просто хотя бы пройти. Я уже не говорю, что мы тут идеально с вами со всеми бонусами. Хотя, смотри, два Вуджена уже. Два Вуджена. Ведьму сейчас уничтожат мне. Как пить дать. Молотильщик, ну, е. Вот так вот. Да выеживались. Давай, Ронин. Так, ну. Я, короче, ребята, после вот этого вот уровня возьму к себе в команду прыгуна. Будем надеяться, что прыгун. Или же, знаете, что можно сделать?
А, у нас же они не прокачанные. Хотел взять бомбера, а он у нас, ребята, ну, слабенький, поэтому нет, как говорится, толку его брать. Так, давай-ка мы тогда с вами... А вместо кого взять? Вместо кого прыгуна-то нам взять? Вместо ниндзи можно, да? В принципе-то. Ниндзя здесь не особо хороша. Заберем с вами квест. О, так, отлично. И будем, ребят, менять с вами. Убираем отсюда ниндзю и берем прыгуна. Можно было бы, кстати, тоже так же, как он, поступить, взять нам Вуджена. Но Вуджен у нас здесь слабенький. Здесь очень даже хорошо пошел бы. Да, баллиста, кстати, тоже бы здесь хорошо пошла. Давай-ка попробуем, знаешь, что сделать? А, он же в другом отряде. Он же у нас в другом отряде. Колобки здесь не нужны. Страж нам здесь тоже не нужен. Хм. Ну и, в принципе, и все. Ладно, возвращаем его, ребят. И пытаемся с вами выиграть эту катку. Надо прокачать его маленько. Пытаемся эту катку выиграть с помощью вот такой вот комбинации. Главное, чтобы убирать вудженов. Если мы их будем чикать, соответственно, все будет у нас хорошо. Они не будут бросаться своей магией. Как говорится, и без того здесь очень сложно. Так, пускай подходит. Пускай подходит. Мы с вами, естественно, будем вызывать мага-рыцаря. Так, а потом уже... А потом, ребята, по обстоятельствам будем смотреть. О, Терракоша вышел. Ладно, это пока ерунда, ребята, все. Слушай, а знаешь что, я думаю, может быть, нам сейчас накопить на ведьму? Давай-ка мы сделаем с вами вот так вот. Я вызову ведьму. Так, давай теперь прыгуна. Блин, Вуджена, ребята, ну... Что-то не могу понять, что-то у меня там база бомбит и бомбит. Давай вот так заморозочку. А вон, ребята, и Вуджен. Вон он вылез. Явился, блин, не запылился. Давай срочно этого прыгуна. Прыгун вышел. И ускорение, ребята. Так. Мак-рыцарь. Давай, 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 давай. Вуджена, Вуджена мне. Вот так вот, нечего им тут делать. Блин, ты посмотри, а. Я, кстати, вспомнил вот тот вариант, ребята, когда самураи здесь встают в неистовство, да, и мы с вами не могли их пройти. Просто они встояли возле своего замка и махали своими мечами. Ну что, по крайней мере, все удачно. Так, здесь черепаха. Ладно, я думаю, что прыгуна я пока убирать не буду. Будем, если что, бомбить с вами этих черепах. Они тоже такие еще жуки, стоят сзади и бомбят со своих пушек. Поэтому нам нужно, естественно, их ликвидировать как можно быстрее. Ну, ведьма тут, конечно, тоже хорошо помогла. У нее, во-первых, очень большой урон. Ну, а во-вторых, то, что она вызывает зомби. Ну, а в-третьих, она довольно-таки живучая. Смотри-ка, никто не идет. Вышел Терракоша. Я надеюсь, что к этому времени я смогу призвать даже ведьму. Ведь должен смочь. Ага. Ты понял, кто здесь вышел? Поехали, ребят. И попробуем, наверное, вот так вот сделать. Вызвать молотильщика. Роним. Упс. Хе-хе, черепах снесли. Я, в принципе, на это, ребята, и рассчитывал. Минусуем. Рассыпались олухи. Давай. Всех-всех-всех туда. Упс, молодец. Ронин, ну ты красава. Прям пригвоздил их там, а. Так, а вот теперь самое интересное. Почему ведьма стоит, ничего не делает? Давай, ведьма, бомби. Жарь как никогда. Ну. Все, 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 все. Давай эту сакуру уничтожаем. И будет все хорошо у нас. А? Потихоньку, потихоньку, ребята, они разбираются с нашими отрядами. Черепаха, ну, минус. Не успеваем одного подбить, как он вызывает следующего противника. Вы видели, да? Все. Сложился карточный домик. И мы с вами, ребят, переходим к последней уже миссии. Так, а у нас тут богиня солнца. Та еще, ребят, стервоза. Я даже не знаю. Попробовать вот этой колодой, да? Я ведь знаю, что она будет там стоять сзади. Тут и Вуджен, тут и черепаха. Поэтому, скорее всего, я оставлю вот эту вот команду.
И богиня солнца тут тоже, конечно, будет бомбить не по-детски. И со своим лучом этим. Надо противостоять как-то. Вначале нам нужно накопить как можно быстрее и больше маны. Но нам не дают, потому что выпустил он своего самурая. Но я попробую, ребята, как-то выжить. Вызываем сейчас рыцаря-мага. Вот так. Молотильщика. А вот там уже Вуджен идет, ребят. Ну, там уже Вуджен идет, собственной персоной. Давай сделаем вот так вот. Перепрыгни, главное, и... Оп! Нет, в принципе, хорошо, но... Справился, как говорится, у нас и этот один. Поехали. Оп. Черепаху. Черепаху, говорю. Все, нормуль. А вот, ребята, и богиня. Ай-яй-яй-яй-яй, Ронин, ну как же ты так? Опс, опс. Ведьма, 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 не подходи слишком близко-то. Я говорю, не подходи под этот луч. Плиз. Я тебя прошу, я тебя умоляю. Давай, давай, добили, добили, есть. Вот и отдыхает богиня солнца. Но тут вот Джен, ребят, появился. Но мой прыгун сейчас с ним разберется. Вот так-то это все делается. Так, ну там еще не меньше отряд вышел. Ребят, смотрите, черепаха, все дела. В общем, нам нужно поспешить, потому что времени у нас минута. Как-то нужно ускориться, что ли, я не знаю, как нам это сделать. Прыгун, давай, 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 давай. Чика, 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 чикай там всех. Во! По красоте. И вот, ребята, мы уже колбасим замок. Так, молотильщик. Все-таки молотильщик здесь красавчик. Сколько раз он мне здесь помог, ребята. Я именно тем, что он выпускает свою циркуляру и бомбит. Да-да, именно своей циркуляркой уничтожал их всех там. И черепах, и того же самого Вуджена. 30 секунд. Ну что ж за дела-то такие? Давай, 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 зомбари. Есть. Победушка. Вот так вот мы с вами разбираемся с этими олухами. Ну что же, сундук Нефритовой Империи. И у нас здесь выпадает, во, 9 карточек на Терракошу. 11 карточек у нас выпадает на богиню солнца и монетки. А также здесь 14 карточек ядерный робот. Ага, черепаха с пушкой и база, сторожевая сфера. А мы с вами отправляемся на 68-й портал. И встречает нас вот такая вот, ребята, канитель. Короче, первые на очереди это нежить, потом подданные, после этого идет фабрика роботов, потом захватчики и опять нежить. То есть нежить начинает и она же заканчивает, да? Ладно, давай посмотрим, кто у нас тут. 86 и 87 уровень, то есть голем и банши в купе. То есть мы можем с вами вполне вот этим отрядом, наверное, бомбануть. У нас еще там, тем более, 3 энергии. Ах, елки-палки, ребят, подожди, у нас же банша там, да, она же станет. Ладно, будем надеяться, что мы здесь с вами как-нибудь справимся. Он сейчас стопудово будет, да-да-да, я так и думал, ребят. Я так и думал, что он будет вызывать именно банши. А банши будет что делать? Естественно, нас глушить. Поэтому нам нужно быстрее баллисту вызвать. Вот. Если баллиста на месте, то уже все хорошо, ребят. То уже все будет изейшее. Фаербол поехал. Банши, не ори. Все равно не перекричишь тут нас. Минус. Так, двигаемся дальше. Так, нужно, наверное, скорее всего, нам, ребята, вызвать еще одного джиггернаута. Вот так вот. Заморозка. И еще одну баллисту. Все, ну две баллисты это сила. Причем очень большая. Вот так вот, ребят, смотрите, разносим просто их в пух и прах. Фаербольчик для затравочки. Даже карточка голема выпала нам. И базу уничтожаем. Ну, баллиста, давай. Вот так вот. Шикарненько. Ну, а мы с вами переходим на вторую фазу, и здесь... Оу, а здесь уже прыгун, а вот это плохо. А вот это плохо, что прыгун. Хм. Так, здесь у нас вообще энергии нету. Ну, поехали, поехали, хорошо. Долго думал, ну, ладно. Фиг с ним. Я же знаю, что он, наверное, будет его первым вызывать. Или не будет. Сейчас посмотрим, ребят. Если будет, естественно, я... Нет, он делает немножко по-другому. Он делает немножко по-другому.
Давай попробуем так. Молотильщик, выходи, выходи. Бомби, 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 пожалуйста. Отлично. Так, Ронин. Хоп. И нет, ребята, этой банши. Так, ульта накопилась. Ульта накопилась. Это, конечно, хорошо, что ульта накопилась. Давай так бомбанем. Мы уничтожили, ребята. Ха-ха. Ронин. Вот. А что я жду-то? Мне надо, ребята, сделать, знаете что? Мне нужно 500 маны накопить для того, чтобы я смог призвать ведьму. И все, и... Это нам повезло, что он, ребята, без ускорения сейчас побежал. Во! Давай-давай-давай, беги туда-обратно. Ронин, молодец, умница. Все, ребят, я призвал ведьму. Я призвал ведьму. Они уже там разнесли замок в хлам. Ну что ж, нам лучше. Так, ребята, и здесь когтистый, костяной хранитель. Длиннорукая шпана все-таки он, а? У него такой замах здоровский. Так, у нас остается-то что, совсем ничего, ребята? Да, у нас вот только лишь две энергии здесь. Ну что ж, попробуем, по крайней мере, затащить вот эту вот каточку. Когтистый хранитель, да, значит? Плюс банши и плюс тут же голем. Угу. Никого не вызывает. Опять меня, ребята, это в подозрение. Ага, вышел. Ой-ой-ой, с когтистым, ребята, тут в обязательном порядке должна быть баллиста. В обязательном порядке. Как ты дорого стоишь, а, баллиста. Вот, понеслась. Жара. Голема, ребят, на прикрытие. Вот так. Баллиста, бомби. Вот, умница. Когтистый паршивец, а. Смотри, что делает. Он причем уничтожает, ребята, и наземные цели, и воздушные. Благодаря своим клешням этим. Так. По-моему, пора деда вызвать. Пора деда вызвать, чтобы он тут показал, где раки зимуют. Хотя, наверное, и без него тут справимся. Справимся или нет, как думаете? Фаербол вот так, оп. Шикарно. Банш там что-то орет, но это бесполезно все. Вот обожаю, когда нам выпадают карточки. Просто их ловишь и... В голове представляешь, что скоро вот у тебя накопится там 100 штучек, ты сможешь прапать еще одного своего персонажа на 5 золотых звезд. Ну что же, предпоследняя, ребята, миссия. У нас с вами одна энергия, может быть... О, здесь появилась. Так, прыгун. Прыгун, нет, ребят, здесь не получится. Вот надо этой командой проходить. Прыгун, это плохо. Ну давай посмотрим, ребят. Сможем ли мы здесь с вами... Простоять, продержаться. Начнем с прыгуна. Наверное, нет? С прыгуна, точно, ребята. Так, ну что же. Прыгун прыгнет, ребят, естественно, буду его ловить джаггернаутом. Он еще без ускорения. Это нам повезло. То есть на ускорение он бы быстренько заколбасил бы здесь нашего этого джаггернаута. Смотри, а, ребят, а почему на него не действует? Смотрите-ка, он же не должен двигаться. Странно. Очень, ребята, это было странно сейчас в данный момент. Так, прыгун. Ребят, идет прыгун. Прыгает. А мы его хоп тут. И переловили. Шикарно получилось все. Так, служитель тьмы вышел. Собственно, ребят, персоны. Это плохо, потому что он хиляет. Я чувствую, сейчас еще будет прыгун. Где прыгун? Хм, почему нет прыгуна, ребят? Вот он, появился. Но его расстреляют баллисты. Вот, ребята, и прыгун. И вот туда мы фаербол еще с вами. Опа! И добивочный. Вот так вот. Солидно прошли. Ну что же, последняя у нас здесь заключительная миссия. Энергии, по-моему, нигде не осталось. Вообще, что нигде не осталось? А, вот здесь вот. Как думаете, сможем пройти, а? Мне вот лично очень интересно посмотреть. Я представляю, если друидка и здесь затащит катку, это вообще будет просто имба. Так, копим, ребят, с вами на друидку. В первую очередь, конечно же, на друидку. Нам нужно как можно быстрее ее вызвать, потому что сразу нашей армии станет, ну, грубо говоря, сильнейшей.
Так, идут, идут, идут. Кто там еще? Там еще и когтистый, ребята, вышел. Успею накопить, нет? Наверное, не успею. И-и-и-и. Ну, давай, 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 давай. Есть, я успел. Но это, ребят, ерунда. Нам нужно что? Нам нужно, конечно же, прикрывать. А прикрывать кто будет? Паладин. Поехали. Так, хорошо. Он вызвал своего? Нет, пока еще своего босса он почему-то, ребят, не вызвал. Но, по идее, должен был. Странно. Хорошо, он мне дает, ребята, фору, наверное, да? Чтобы я здесь успел маленечко раскачаться. А по-другому это не назвать. Вот он вышел. Вышел, ребята, дедушка. Ну что, будем применять ульту? Я думаю, будем. Давай, давай. Главное, деда, деда покарать. Что-то происходит, что такое лаг? Ой, ребята, я просто без ума от друидки. Ребята, вы видели, что она сделала? Что она сделала с бедным дедом? Она ему не дала шанса просто пикнуть даже. Короче, друидка и ведьма — это самые имбовые боссы. Вот еще, знаете, хотелось бы мне проверить, как она будет работать против... термина 9000. Да, термин 9000, не забывайте, это тоже такой босс, который меня просто вымораживает своими вот этими вот взрывами. Он же там из пулемета строчит. Ну, и не из пулемета, из гранатомета. Вот, и не дает, ребят, никому подойти просто-напросто. Всех сжигает на своем пути. Вот хотелось бы посмотреть, как друидка будет против него действовать. Ну что же, 9 карточек на деда нам достается. Я очень рад, 11 карточек на базу. И у нас, к сожалению, все. Ребят, все, энергия закончилась, но, тем не менее, мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть. О, квестик завершился. Кстати, очень даже скоро, ребят, через 152 гемки мы получим с вами эпик сундук. Кто не знает, что такое эпик сундук, вот, ребята, 500 он стоит гемов, и в нем находится 710 карточек, плюс гарантированно эпическая. Так, опять какой-то квест. Ну что же, на этом все. Всем пока, ребятушки. Всем удачи и до новых скорых видосиков.